Allmänt känt är att den ryska kyrkans patriark Kirill har ställt sig bakom Putin-regimens särskilda militära operation i Ukraina. Och för den skull har uppburit mycket kritik. Men hur är det med andra kyrkor och församlingar i Ryssland? Den 29 mars hölls ett runda bordssamtal med alla Rysslands religiösa ledare i den ryska duman. Då protestanterna fanns representerade genom Sergej Reachovsky som förestår Pingstunionen i Moskva. En som har belyst de här förhållandena, det är en före detta Livets ord pastor. Han förestår en Livets ord församling eller förestod tills dess han blev utesluten ur Pingstunionen. Livets ord ingår tydligen. Livets ord i Ryssland ingår i Pingstunionen, vars främste företrädare är Reachovsky. Albert Ratkin blev utesluten i september för att han hade kritiserat ledningen för Pingstunionen. Och han har inte upphört med sin kritik efter att kriget i Ukraina inleddes på Vladimir Putins initiativ den 24 februari i år. Vi ska titta lite grann på hur han har belyst de här frågorna. И сегодня тема программы, тема моего обращения к вам, она как бы в продолжение последнего нашего эфира, который я назвал тогда «Кровь его на нас и детях наших, кровь их». Вот. И я говорил о том круглом столе, который прошел в стенах Государственной Думы, на котором присутствовали в основном все представители всех религиозных конфессий нашей большой страны. И тема была посвящена специальной военной операции в Украине. И то, что я увидел, то, что я услышал, повергло меня самого в шок. Вот. Вот это видео, которое сейчас я хочу вам представить, ну, я не знаю даже, что оно у меня вызывает. Какое-то, ну, какое-то отчуждение, какой-то рвотный эффект. Мы намеренно не давали вам видео. Только было мое объяснение статьи в одной газете, которая очень точно расставила акценты на всем. Но давайте посмотрим несколько выступлений, в том числе и выступление протестантского епископа, которого вы узнаете все. И я не знаю, сделайте выводы сами, сможете вы это переварить как-то, сможете ли вы как-то соотнести это с собой, со своей верой, со своими ценностями, я так скажу, со своим сердцем или нет, ну, решайте сами. Вы посмотрите, что они проповедуют. Даже они Украине поклоняются как Богу, Украине. У них молитва Украине, не о Украине, не об Украине, а Украине. Понимаете? Даже возьмите вот их трезубец. Что такое этот трезубец, который у них на гербе Украины? Я заканчиваю, подождите. Этот трезубец не что иное, как сокол Ророга, лже-бога скандинавской мифологии. Об этом же никто не говорит. Это лже... А кто эту скандинавскую мифологию внес в Украину? Это австро-венгерская такая пропитка, которая еще в 19 веке туда была внесена, национальная. Поэтому, друзья мои, надо заниматься серьезными научными исследованиями, в том числе в религиозной, этнической сфере, и давать реальные ответы на все эти серьезные вопросы. Потому что если мы не будем называть вещи своими именами, то нам так и будут говорить, что мы якобы воюем, христиане воюют с христианами. Ничего подобного. Нацисты не христиане. Аминь. Я хочу сказать, что мы, мусульмане России, представители всех муфтиятов, все муфтии России должны говорить одно. Если мусульманин, который принимает участие в военной операции по искоренению вот этого нацизма, фашизма, сатанизма, я хочу заметить, что под этими флагами американцев, европейцев собрались кто там вообще?
там нацисты, фашисты, сатанисты, ЛГБТ-сообщество, хавариджиты, ваххабисты, все черные шайтаны там собрались. Поэтому это борьба с глобализацией вот этого сатанизма. Это борьба, война между добром и злом. Поэтому у мусульманина, у которого намерение ради Аллаха, ради Корана, ради пророка Мухаммада, ради всех ценностей, он является муджахидом. Это и есть джихад, который на пути Всевышнего Аллаха, и павший в этой битве будет шахидом. Это надо нам освещать, это надо нам просвещать нашу молодежь, чтобы люди правильно понимали, вот если мы, сплотившись, выиграем вот эту информационную войну, то победа будет за нами. Если мы будем, не как некоторые религиозные деятели, сидеть на заборах, туда-сюда смотрят, кто выиграет. Они говорят, мы за мир. Хороший лозунг «за мир». Но кто это за войну? Мы против войны, мы знаем, что такое война. Но мы за то, чтобы мы жили в мире, но без этих скверных, вот этих сатанистов, которые оскверняют имя Всевышнего, оскверняют все конфессии, все ценности, все духовности. Поэтому надо говорить прямо. Я вот просто немножко хочу сделать примечание насчет выступивших. Мы не имеем ненависти. Да, мы не испытываем ненависти по отношению к человечеству, к людям. Но мы испытываем ненависть по отношению к вот этим шайтанам. К ним любовью мы не питаем. Их надо просто, с ним один разговор, их надо обезглавить. И все. Ахмад сила, Аллаху Акбар. Спасибо огромное, и очень поддерживаю все, что было сказано моими коллегами по религиозному цеху, если так можно выразиться. Спасибо огромное, Ольга Викторовна, спасибо Альбир Хазрат и все те, кто вот организовали. Вы знаете, в Священном Писании, в Деянии апостолов написано, «Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога». И я уверен, что мы все одной крови. Это не только Киплинг сказал в своем знаменитом произведении, но весь мир одной крови. Президент Российской Федерации недавно в Лужниках напомнил нам всем слова Священного Писания из Евангелия от Иоанна, где сказано «Нет больше той любви, кто отдаст душу свою за друзей своих». Это то, что сейчас происходит в наше время, в нашей реальности. Много лет назад была создана такая большая международная организация «Мир без нацизма». Я там представляю нашу конфессию, и для меня это принципиально важно. Даже не потому, что мои деды погибли в 41-м, один, другой в 43-м, даже не потому, что моя сестра живет в Донбассе, а мой племянник, он пастор церкви там, и другие мои родственники живут в Мелитополе, в Киеве, во Львове, даже не поэтому. А я понимаю, что мы все одной крови, и другой возможности защитить правду у нас сегодня нет. Один из святых отцов церкви сказал, в главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. Я уверен, что мы все движимы любовью. И другого чувства, вот правильно сказал уважаемый батюшка инок Киприан, у нас нет ненависти, мы движимы любовью. Но это та любовь, которая уничтожает зло. Поэтому я предлагаю, вот, уважаемая Ольга Викторовна, вот проект, который вы нам разослали, нашего заявления «Мировые религии против возрождения фашизма и распространения идеологии неонацизм в 21 веке» взять за основу нашего заявления ко всем мировым правительствам и религиозным деятелям в мире. Спасибо. На сайте РосХВЕ немножко другое выступление. Они обрисовали все. Но сегодня это видео, оно заверет сила. Я не хотел, чтобы опять говорили, что епископ Альберт, вы, наверное, обижены на Риховского. Я ни в чем не обижен. Я благодарен Богу, что Бог вывел меня, что крови, невинной крови, сотен, тысяч украинцев, которые сегодня гибнут, нет на моих руках. А что с вами, дорогие братья? Что с вами Духовный Совет РосХВЕ? Что с вами полпреды или полупредатели, я не знаю уже, как вас назвать?
Вы представляете не союз, вы представляете этого человека, которого я даже по отчеству не могу назвать. Вы все слышали сами. Не я придумал, не я это сказал. Пастор Альберт har alltså en videokanal, YouTube-kanal, som går under namnet Vzgiliad Snibies. Jag tror man skulle kunna översätta det närmast med det himmelska perspektivet, eller ja, himmelskt perspektiv. Det är det alltså han önskar att få uttrycka. Och det är ju den här videokanalen inte minst som har väckt Pingstunionens förargelse. Men vi ska lyssna lite vidare här. Сегодня я хотел с вами поговорить об одном событии, которое вот не должно пройти незамеченным, потому что уже многие христианские телеграм-каналы и другие средства, как СМИ их называют, они уже разместили у себя обращение Союза христиан, христианских церквей Украины «Слово жизни». Это то движение, которому я принадлежал здесь, в России. И российская церковь «Слово жизни» молчит. Очень много там чего происходит. Но я не буду зачитывать все обращение. В конце этого видеоролика мы разместим. Вы сами сможете прочитать, если еще не прочитали на других телеграм-каналах. Это обращение. Я хочу зачитать вам последнюю часть, где братья, где церкви, где пастыри и епископы обращаются к нам, к россиянам. Мы постоянно разговариваем с нашими братьями во Христе, живущими в России. Одни из них понимают, что происходит, и пытаются что-то изменить. Другие молчат, смирившись с происходящим. Третьи следуют пропаганде, часто не желая никого слушать. Мы любим их и молимся о них. При этом мы понимаем, что отношения между нашими странами смогут начать восстанавливаться только после определенных событий. Здесь они перечисляют, я не знаю, требования или свои пожелания, наши братья, наши церкви «Слово жизни» в Украине. Первое. Россия должна вывести все свои войска со всей территории Украины. Второе. Российский народ должен признать факт многолетней агрессии и принести за это публичное и открытое покаяние. Третье. Российская Федерация должна возместить путем репараций весь тот ущерб, который она нанесла Украине и ее народу во время войны. Четвертое. Военные преступники должны понести заслуженное наказание в международных судах. Россия, пятое, должна отказаться от идеи превосходства над постсоветскими странами, занять адекватную демократическую позицию добрососедства, включающую как уважение к другим странам, так и к собственным гражданам, которые сегодня страдают от репрессий и цензуры. Только благодаря этому и молитве однажды могут установиться добрососедские отношения между нашими странами. Сейчас же самым важным заданием для нас является прекращение войны, говорят пасторы и епископы Украины. Наш христианский союз входит в международное объединение «Слово жизни», в котором находятся и союзы из других стран, имеющие неразрешенные военные конфликты. Это Армения и Азербайджан, Россия и Грузия, Израиль и страны Ближнего Востока, что помогает нам понимать друг друга, сострадать друг другу и поддерживать друг друга, побеждая все вызовы и сложности. Мы убеждены, что церкви России и Украины должны отказаться от ненависти друг к другу, молиться о мире и делать все возможное, чтобы война прекратилась. Раткин sa tidigare att han hade svårt att finna ord, hur han skulle uttrycka vad han upplevde inför det här runda bordssamtalet i den ryska duman. Han har däremot hjälp ibland att uttrycka sig. Det är en baptistpastor i samma stad som han själv bor, som inte sällan är inviterad till den här videokanalen, och det är Sipko, Juri Sipko. Vi ska lyssna på hur han besvarar den här frågan. 29 марта 2022 года в Государственной Думе было всеобщее одобрение там, действиям российских властей в Украине. А подводя итог, руководитель крупнейшего союза протестантов, подытожив, сказал, что все пришли к единому пониманию ситуации, к единству с проводимой политикой. Сейчас в интернет много споров на этот счет, как воспринимать то, что было сказано так называемыми духовными лидерами. Но мы не совсем понимаем или даже совсем просто не говорим и не обсуждаем, что могло бы и должно быть сказано,
Что бы вы сказали, если бы оказались вот на том круглом столе в Государственной Думе среди духовных лидеров? Горькое напоминание о том, что лидеры не духовные. Лидеры вообще являются просто чиновниками. Ну, я не скажу, что поставленными теми же службами администрации президента, которые всех назначают и всех поставляют. Но поскольку сама модель отношений вот, государственной власти со всеми общественными, церковными, религиозными организациями, она однозначная модель. Это единоначалие и подчиненности, покорности без всяких вопросов. Поэтому говорить, что это люди духовные, ну какие основания, чтобы сказать, что это люди духовные? Кто из них встал и произнес духовную позицию, которая исходит от Бога, который Бог есть любовь, который говорит, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Понимаете? Да не будет у тебя никакого кумира. Никакого кумира. А там прямо все декларировали свою преданность кумиру. Там все декларировали лживые наветы на народ, на целый народ. Клеветнические наветы. И они спокойно, вот так вот, глядя в эту камеру, вот эту ненависть. Какие духовные? Вот этот сейчас трагический период, который мы переживаем, он обнажил самое страшное, вот по-моему, он обнажил самое страшное в церковных людях, от простых прихожан до самых высших иерархов, отсутствует абсолютно понимание воли Божией и миссии церковной, и сути церкви. Отсутствует. Все сейчас, вот иерархии, все сейчас, церковные службы, церковные команды, они все сейчас включились в повестку, навязанную политической властью. И все они сегодня следуют в фарватере именно политиков, именно начальствующих. И Христос сегодня даже не где-нибудь сбоку. Он сегодня даже не позади этой колонны. Он сегодня просто изгнан. Он изгнан сегодня. С кафедры изгнан. Он с собраний церковных изгнан. Сегодня идет такой вот невероятный процесс обнажения пустоты в церковной среде. En sorglig bild, men en sorglig bild. Kan tyvärr inte sällan vara den sanna.